сегодня по плану у нас проводится тактико-специальное учение с аварийно-спасательной службой, аварийно-спасательного формирования, находящихся на территории Мурманской области. С целью проверки готовности спасателей к проведению поисково-спасательных работ в зимних условиях в арктической зоне. Сегодня принимают участие у нас 8 аварийно-спасательных формирований. Это ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Ведяево, профессиональная аварийно-спасательная служба Мончегорск, аварийно-спасательный отряд города Мурманска, аварийно-спасательная служба Мурманской области, Мурманский комплексный аварийно-спасательный центр и профессиональная аварийная служба города Апатиты. Всего личного состава 40 человек, из них 18 единиц техники. Значит, в данных тактико-специальных учениях группа представлена 3 студентами и 1 преподавателем. Это у нас традиционное уже участие в данном мероприятии.